четко, но один. Там же клип еще, по-моему, на этом, да. Вроде же не скалится, скажем. Так, сейчас по навигейтору, короче, там на кольце направо. Машина стёрта! Залипало, блядь! Вот уёбки, что классно! Сейчас, я сейчас сорвёт, блядь! Ой, блядь, сейчас припев! Ой, у меня член встаёт! Подержите кто-нибудь! Ой, блядь, сейчас припев! Ой, у меня член встаёт! Ой, блядь, сейчас припев! Ой, у меня член встаёт! Вот это. Короче, мы с Коляном идем к Ладе. Давай это. Дима говорит, ну если не хватит денег на жратву, мы вынесем холодильник. Прекрасно. Сними этот холодильник. Что тут выносить? Вот так живут девочки в Гродно. Погнали. Ладно, буду. Это что? Выключи это говно, блядь. Ой, все больные слуха, блядь. А я мне уши болят. Гришу и Николая. И такая, извините, пожалуйста, как его зовут. И выяснили, что они в баре. Вот в этом вот баре, если его, наверное, будет не любить. Там где музыка играет. В общем, мы сейчас зайдем. Как бы не скажу точно, в котором. Мне кажется, что на видео, в принципе, не будет слышно музыки. Ну, в общем, да, ребята, мы сейчас пойдем их забирать. Приветики вам. Бар. Почти из всех самых адекватных заведений Гриша с Колей выбрали... Самое неадекватное, серьезное, это кошмар. Во-вторых, где рабец? Дома спит. Не нужен рабец. Или Оля. Рабец или Оля. Два человека, которые мне подумают.
Комплименты повару. Блин, я что, все это время не снимала? Алло. Да ладно. Я не переживу это второй раз. Я второй раз такую хуйню говорить не буду. Ой, бля, уберите. Да, дайте попить, пожалуйста. О, еще нет. Поехали домой. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Вот его обязательно. Бля, у меня рвотное подтасовывание сейчас начнется. Уберите нас. Коля. А что это было? Блять, это тебе. Было опасно. Че, бутылки бьем? Бам! Домой, уставший. Дима, это не почти голая баба. Я это не говорю. Да, это Артем сказал. Иван Рёльзандерс. Иван Рёльзандерс. А вот Иван Рёльзандерс.